таким образом, хотя счет не открыт на ноль, но все-таки в плане остроты, при всех за и против, что мы, в общем-то, с вами разобрали, атаковали все-таки острее голландцы. Ну, второй тайм. И вот, второй тайм начинается сразу же со взятия ворот. Это было выдающееся, конечно, явление, ну, потому что только-только ведь начали с центра поля бразильцы на этот раз. По правилам последовал пас Рональдо, который на этот раз оказался выдвинутым резко вперед. Тут же из глубины поля по диагонали великолепная передача. И Рональдо, получив мяч, блистательно его обработал. И смотрите, какой великолепный пас в разрез. Борьба за мяч. И Рональдо укрывает мяч корпусом. Фрэндебур не в состоянии. Ой, это Коку даже. Коку. Фрэндебур мимо проскочил. Прыгает ногами вперед, расставляя их широко. Ван дер Сар. Смотрите, как левой убирает мяч с блистательной, высшей степени грамотно. Рональдо. Вот только так и можно было сыграть, для того, чтобы мяч сохранить.